С профессиональным праздником работников текстильной и легкой промышленности губернатор Павел Коньков поздравил в Доме культуры города Наволоки. В небольшом зале собрались жители Кинешемского района, все, кто много лет добросовестно трудились на фабриках и знают не понаслышке, что работа в легкой промышленности совсем нелегка. Собравшимся вручили грамоты Министерства промышленности и торговли и благодарственные письма губернатора. Валентина Лебедева трудится на Наволокском ХБК уже 13 лет. Рассказывает, что за последние годы ее рабочее место сильно преобразилось. Сейчас, конечно, наша работа очень интересна. Во-первых, у нас сейчас новое оборудование ткацкое, которое заменили наше старое оборудование. Вот, мы, конечно, очень рады. Работать на таком оборудовании – одно удовольствие –